В Москве подвели итоги уникального фотоконкурса «Святое и ценное в России». Выставка является результатом уникального исследовательского проекта, организованного социологической службой «Среда». Ученые, работающие в области религии и проводящие опросы россиян, решились на необычный эксперимент – выявить визуальный образ святого и ценного в России. Что же свято и ценно в современной России? Счастье материнства, вера в Бога, национальная гордость и чувство патриотизма – первый результат, который бросился в глаза социологам и который они считают главным открытием фотоконкурса, связан с антропологическим акцентом. Доминантой почти половины снимков было человеческое лицо, причем не плакатное, а живое, случайное, снятое с явной доброжелательностью. В остальных непортретных фотографиях тоже присутствует смысловой акцент на людях. Самый интересный вывод, который я вынес из просмотра сотен фотографий, представленных на конкурс «Святое и ценное», это то, что для, ну, по крайней мере, для авторов работ самое ценное и важное – это человек. Это люди в разных проявлениях, это иногда друзья, иногда родственники, очень часто пожилые люди. И это, наверное, едва ли не половина всех работ, которые были представлены на конкурс. Другая, наверное, часть, и это тоже вполне понятно, почему так случилось, это образы культовых объектов, прежде всего православных храмов и монастырей. Хотя конкурс не позиционировался как православный, 13% снимков изображали православные храмы и монастыри, и еще 7% – православные таинства и обряды. Что особенно важно, большинство церковных строений на снимках разрушенные или восстанавливаемые, а блистающие свежей позолотой мало. Все это, по словам социологов, святое и ценное в России. Мне очень важно, что вот этот конкурс, все-таки он необычен в плане того, что они сделали очень серьезный исследовательский срез. И, наверное, для понимания своей линии будущего, если вот как-то немножко его распиарить, то этот конкурс будет иметь фотографический успех. Но все-таки фотоисследование – это еще и конкурс. Потому были названы имена финалистов. Сергей Потеряев, Валерий Мельников, Игорь Лагунов. Победителем же конкурса стала работа Андрея Хиталенко и его фотография «Осенний портрет».